Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1975 года рождения, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Да, нашла я. Хорошо, она выходит из тонкого, из системы биоробот-душа. 1, 2, 3. И посмотри ее физическую копию, осталось ли там что-то еще. Нет, не осталось. Хорошо. И бери тогда Оксану. И вместе с тонкой копией Оксаны поднимайся в комнату диагностики, будьте в ней. 1, 2, 3. Мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Оксану. Интересуемся, готова ли Оксана к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Да. Хорошо, и Оксана заходит сейчас в наш сканер. И сканер начинает сканировать Оксану, моментально находя все чужеродные присадки, импланты, подключки, чипы и датчики. Выстраиваются автоматические каналы, ведущие в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Инкуб. Опа. Один канал? Да, один. Хорошо. Инкуб, откуда ты взялся? У него присадок много на ней. Хорошо. Как за нитки ее дергает. Отлично, хорошо. Так, Инкуб, я тебе сейчас даю команду. Если ты не хочешь закончить бессмысленно свою бесцельную жизнь, ты сейчас выходишь, вытаскиваешь все полностью из ее биополя добровольно. После этого я провожу скан. Если ты меня обманул, я начинаю тебя медленно пытать в этой клетке своими возможными средствами, которые у меня есть. Противный только, он по клетке ползает и шипит. Он понял, да. Вер, ты мне скажи сразу, если он собирается какое-то влияние оказать на тебя или там оказывает, то я его моментально же на месте просто накажу. Хорошо? Ну, да. Хорошо. И я даю команду этому инкубу, он выходит и начинает снимать все полностью из биополя Оксаны. 1, 2, 3. Засунь его назад. И инкуб идет на место опять в клетку. 1, 2, 3. А что такое? Что он сделал? Ну, противник такой. Ну, во-первых, его боится. Тонкая копия. А во-вторых, он к ней липнуть начинает. А, вот как. Отлично. Хорошо. Подхожу. Направляю на него компью. И мощнейшим ударом на чистоте инкуба бью его 3 раза за это. 1, 2, 3. Пошли удары. Угу. Задыхается он. Его что-то так ударило сильно, как током. Бывает. Так, он все вытащил или нет? Не, он не вытащил. Да, хорошо, и сейчас я даю свою команду. И сила моего намерения, все, что привязано к энергетике инкуба, все его присадки, все его чипы, датчики, конвекторы, все чужеродное сила моего намерения выходит из биополя Оксаны. И летит в клетку и устанавливается на инкуба. 1, 2, 3. Не может ничего этому воздействовать. Из него как палка какая-то вышла. Большая, ну, длинная. Палка? Да. И эта палка устанавливается в инкубе. 1, 2, 3. Как ручка какая-то, что ли. Он ей как ручкой пользовался. Внутри от шеи вниз она шла. Ленты какие-то у него. Лента, очень какие-то черные, много лент разных. Ну, это их фишки, да. Оно все снялось с нее. Хорошо, и все это устанавливается автоматически на инкуба. 1, 2, 3. И включает это все на полную мощность. 1, 2, 3. Они как сжимают эти ленты его. Вот. Сжимают, опускают. И еще раз сжимает, сильнее, еще раз сильнее отпускает, еще раз сжимает. Как он это делал? Все, с того момента, как он вошел в ее биополе, вся эта боль ее за эти 3 минуты передается сейчас ему. 1, 2, 3. Пусть на себе прочувствует, как было человеку. Слушай, мне кажется, подсадил кто-то. Так, инкуб, кто тебя подсадил? А ну-ка давай мне информацию быстренько. Это давай ответственных просто. И ответственность за инкуба сейчас на счет 3 выстраивается канал от инкуба к ответственному. И ответственный притягивается по этим каналам и становится заложником в нашей клетке-тюрьме. 1, 2, 3. Ты знаешь, никого нет. Ну, крутится имя какое-то. А какое имя?
Елена, Елена. Так, Инкуб, я подхожу к Инкубу. Инкуб, кто такая Елена? Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, я начинаю на тебя воздействовать. Я тебе не рекомендую это проверять. У меня намного сильнее есть оружие. Отвечай, тебя послали или ты сам пришел? Он не скажет ничего, он как недоделанный какой-то. Недоделанный? Но вот он сразу был как какой-то, наверное, не знаю, как сказать, как низковибрационный, и он как неосознанный, что ли. То есть вот им как управляет кто-то. Хорошо. И сейчас, на счет три, начинает выстраиваться канал к ответственному от этого инкуба, тому, кто дал команду ему прийти в это поле. На счет три этот канал проявляется сейчас. 1, 2, 3. Ты его видишь четко и ясно, он от инкуба исходит. Есть канал? Нету канала, и нет никого. Идет информация, что вот эта Елена, она что-то в разговоре, ну, в общем, она как пожелала ей, ну, грубо говоря, хоть какого-то мужика, вот так. Кто пожелал? Елена кому-то? Или Елене пожелала? Елена пожелала Оксане. С такими подругами и врагов не надо. То есть она не специально что-то подсадила. Она в разговоре сказала эти слова, подцепились на низкий уровень. Я думаю, это оно восприняло как приглашение, вот этот инкуб, ну, да? Да, да. Хорошо, так, он все забрал полностью, да, я понял? Да. Хорошо, давай теперь. Каналы мы обрубили или еще нет? Посмотри, есть каналы или нет? Должны быть каналы. Канал есть, да. Хорошо. И я подхожу сейчас к Оксане, кладу руку на плечо и моей энергией 100 тысяч герц сжигаю все каналы, которые подключены к ее биополю. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Хорошо. Так, она у нас чистая сейчас. Инкуб с ним разговаривает бесполезно, он не разговаривает, да, я понял, Вера? Нет, он шипит, он ползает, он корчится сейчас. Дай ему еще раз подхожу и бью. Один удар к своим копьем на чистоте инкуба. 1, 2, 3. На долгую хорошую память. Не приходи больше в это биополе. Накажу. Кричит, шипит опять. Отлично. Пускаем. Хорошо. И открывается под ним портал на его чистоте против часовой стрелки. 1, 2, 3. На чистоте инкуба. Инкуб улетает туда со всеми присадками. И включая их еще на полную мощность дополнительно. Закрывай, печатай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Готов. Оксане. 250. И? 20. Хорошо, я на счет 3 в макушку головы Оксаны. Начинает поступать 20 герц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Готово. Хорошо, и нам надо разобраться с этим горлом. Что там с горлом было? Давай сейчас просканируем ее горло отдельно. Там вот. Палка эта стояла. Там палка стояла, да? Да, она через горло шла вниз. Это от палки шло, да? Хорошо. Так давай сейчас подойди к ней и направь ей в это место ту энергию, которая ей необходима, энергии жизни, для полного восстановления ее горла. Приступай. Телесного цвета энергия. Автоматически заполняет все пустоты. Все больные места, которые образовались от влияния интерферента инкуба. И давай добавим туда частичку энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Энергия приобретает золотистый цвет и остается в теле. Ни одна сущность низковибрационная не сможет больше влиять на нее и входить в ее биополе. Сила моего намерения. Да, будет так. А так и есть. Готово. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга, проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. 1, 2, 3. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики и будь в ней. 1, 2, 3. Я здесь. И
мы приветствуем Кэмерон и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она кивает. Хорошо, разбей ее на 7 фантомов. 1, 2, 3. Вот красный, полный фантом, но в ногах есть кто-то. Переходим к оранжевому телу. Второй фантом. Два пальца ниже пупка. Тоже что-то есть у нее на руках и ногах, на запястьях. Но тело полное. Хорошо. Пробитое. Переходим к третьему телу. Живот, желтый цвет, третья чакра. Полная, но бледная. Отток энергии. Сердечная чакра, зеленая, четвертая. Тоже полная, но как-то рыхлая, что ли, какое-то. С пустотами, так бы сказала. Да. И пятая чакра, голосовая чакра, светло-голубой цвет. Хорошая чакра. И полная. Шестая, полная. Шестая чакра, темно-синий цвет, третий глаз. Такой густой цвет синий. Не знаю, или у нее такой цвет, или энергия такая у нее, или это... Подсветка идет какая-то. Подсветка, посмотрим. Посмотрим седьмую чакру, фиолетовый цвет, седьмая чакра, темечко. Вот фиолетовая пробита у нее, пустая почти. О, понятно. Ну, ты знаешь, что это может сидеть. Два варианта всего. Хорошо, собираем все тонкие тела вместе. Значит, 3, 1, 2, 3. Кэмерон заходит сейчас в наш сканер, капсулу-сканер. И я даю установку. Сканер начинает сканировать полностью все тонкие тела. Кэмерон, выявляя всех все подключки, все импланты, все конвекторы. Счет 3, 1, 2, 3. Сканер начинает работать. Спрут на голове. Сейчас притянется в клетку. Чертик в ногах. Где рептики с Грэйми? Ты знаешь, рептики, они, это не рептики, это сектоид. О, мерзкая сущность. Сектоид. Хорошо, они в клетке все, да? Угу. Дальше. Вот эти гири, я не пойму, чьи они. То есть у нее спрут, инсектоид, черт внизу, а у нее на руках и ногах гири. И этот гирь выставляется, выстраивается канал и ведет к ответственному в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Сама. Это она сама? Угу. Ничего себе. Это ее переживания, она себя грузит ими. Вот. Так вот, переживание отражается на физическом уровне. Человек сам себе вешает гирю. Хорошо, значит, у нас три канала и четвертый гири ее, правильно? Да. Подходим к спруту. Но у нас с гирем нет канала, получается. У нас они в клетке, но канала нет. Каналы идут вот к сущностям только. Давай тогда на счет три. Сила моего намерения. Эти гири снимаются с ее ног и зависают в воздухе. 1, 2, 3. Все, что есть продуцированное, формируется вместе с этими гирями в один большой черный шар. Начинает накручиваться до последнего микрона. Все выходит из ее биополя. Она на уровне. Все частички и прилипает к этому шару. А, есть. Хорошо, и открываем под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И шар уходит в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, так, подходим к спруту и спрашиваем спрут, когда ты зашел в это тело. Спрут хрюкает. Спрут, я тебя сейчас начну бить, если ты не начнешь отвечать на мои вопросы. Первое предупреждение. Но он больше 2 лет чуть сидит. 2 года. Хорошо. Много оставил в биополе ее? Своих щупалец? Нет, немного. Хорошо. Я просто предупреждаю, после этого будет производиться чистка. Если ты хоть одну оставишь или бросишь здесь в комнате, мы не то что их сожгем, мы тебя накажем очень сильно за это. Хорошо. Переходим к следующему. У нее, кстати, хорошая энергия. Фиолетовая, космическая. Он ее сосал. Может, она космическая душа, мы же не знаем. Хорошо, давай спрашиваем черта, черт. Hello. Я здесь. Ну, хорошо, рассказывай. Как долго ты сидишь, когда зашел? Путал ее. Он ее путал. На ногах напутал ей что-то. Угу. Понятно. Хорошо, я спрашиваю, когда зашел в это тело? Полтора. Полтора года, хорошо.
Когда будет проверка, я тебе рекомендую просто все снять, потому что я буду потом сканировать, и если я что-то найду, я тебя накажу очень серьезно. Я не думаю, что тебе это понравится. Переходим к инзиктоиду. Инзиктоид, когда ты зашел в это биополе? 3 года. 3 года. Какая была ситуация? Опиши ее. Болезнь. Угу. Холод, болезнь. За какой отток энергии ты был ответственен? На чувствах играл, на эмоциях. Он ответственен за ее эмоции. То есть он ее выводил на эти эмоции. Понятно. Хорошо. Мы закончили первую информацию. Переходим к реверсу энергии, Вера. И я даю команду тонкой копии Кэмерон спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкую вибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Энергии страха, неуверенности отдаем, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Опиши, какие цвета к кому идут. Кэм, молодец, она легко отдает эту грязь. Красно-черная идет к этому черту. А слушай, а вот спрут, вот, какая-то энергия идет, как радиоволны, я бы сказала, такими какими-то серыми потоками. Он ей там транслировал что-то, что ли. Спрут, а что ты ей там транслировал по этим волнам? А не ей. Получается, что у нее хороший канал. Ему цвет понравился? И энергия хорошая у нее поступает. Открыт у нее этот канал, и он жрал все это. Да. Космически такая плотная энергия у нее фиолетовая. А космическая душа однозначно. Вот они как волны, почему радиоволны, то есть какая-то информация. То есть она может, видимо, получать какую-то информацию. Могла теоретически получать. И если развивать будет, и, видимо, если не будет жрать никто, как этот спрут. Ну, она может сама себя, если она космическая душа, защищает себя, зная теперь, что она космическая душа с различными защитами, и ни одна сущность к ней не залезет, если она будет держать высокие вибрации, не поддаваться на скандалы, крик, самое главное, и перепады настроения, держать себя в постоянной золотой середине, то я никаких проблем не вижу. Реверс идет? Вкусная энергия. Все заберем. Усиливаем потоки в 50 раз. Реверс энергии на отчуждение чужеродное пошел. До последнего микрона все назад возвращается. Что к инсектоиду у нас такая идет серость, грязь какая-то. Закончили. Отлично. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса Кэмерон забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли, возвращает Кэмерон себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. От кого? Какие цвета идут? Ну вот от этого инсектоида несколько цветов идет. Зеленый, желтый идет от него. Ты знаешь, по беспощадности я не знаю даже кого. Или арахноида взять, или инзиктоида, или спрута. Потому что они реально иногда просто такое ощущение, они соревнуются в подлости. Как можно скорее угробить человека, как можно больше отсосать у него энергии. Вот я не понимаю. В нашем мире держать себя под такими высокими вибрациями довольно трудно. Это надо... Каждый день выставлять себе защиту, заправляться энергиями, позитивно думать, позитивно решать ситуации какие-то, которые обычно негативно люди решают. А это работа. Это работа не только над собой. А от спрута у нее идет такая, я бы сказала, теплая такая фиолетовая энергия. И она как мерцаниями такими. Это космическая энергия. Красивая такая. Значит, от черта красная.
Они отдали, закончили. Хорошо. И сейчас наступает этот момент, когда я говорю всем, обращаясь особо к спруту и инсектоиду, все снять до последнего яйца, до последней щупальца, что бы там ни было вашего, вы должны это забрать. После этого я прохожу сканером в 2 миллиона герц и сжигаю как ответственного, так и все, что остается в ее биополе. Если вы что-то оставите, вы сгорите по каналам. Поэтому я вам рекомендую прислушаться к моему мнению. Приступайте. Как закончите, доложите. Инсектоид лапками стучит. Готов доставать. Ну, вот черт, вот эти путы снимает с ног. Как веревки какие-то спутанные. Из них всех говорит только черт, да? Ну, эти... Ну, да, один хрюкает, а второй тебе... Показывает они. Показывает, да. Ну, вот инсектоид все-таки яйца ставил он свои. Смысл их жизни. Черт, я тебе хотел вопрос задать. Ты меня слышишь? Слышу. Скажи, в квартире у Кэмерон есть что-нибудь, порталы какие-нибудь, воронки, негативные какие-нибудь такие вещи, которые, или подселенцы космические? Ты видел кого-то там? Говорит, все, тебе расскажи, что ты мне дашь. А лярвы есть на Кэмерон? Есть? Посмотри. Нет. Видишь где-нибудь? Ну, я бы тебе дал лярву, если бы она была. А что ты еще хотел бы? Говорит, что мог бы негатив не выбрасывать, а мне отдать. Я выбрасывал негатив, потому что это и личный был, а не тобой генерированный. Мог бы, конечно, да, ты прав. Но, в принципе, это тоже не проблема. Если будет такая необходимость, я все равно найду все порталы. Или я тебя второй раз увижу в этом теле, и ты зайдешь через портал, я тебя обнаружу. А я буду заходить туда каждую неделю теперь. Поэтому я тебе рекомендую просто обдумать свою жизнь и найти себе нового, так сказать, места пребывания. Собрали, он все собрал. Просто посмотрю. Сейчас сканер запущу. Все достали. Все достали. Хорошо. Сколько у нее энергии сейчас? У нее 82. И в макушку головы Кэмерон начинает поступать. 120% энергии. Пошли энергии, пошел подъем вибраций. Наполняем, усиливаем. Готовы. И блокируя все каналы, предлагаю тонкой копии Кэмерон поменять полярность всех подключек чиповых датчиков, имплантовых конвекторов и нанести импульс высоковибрационного шокового удара по этим чипам и датчикам, вывести их из строя, воссоздать импульс удара ко всем ответственным подселенцам и отсоединить все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Пошел удар. Значит, спрут отцепился, канал черт отцепился. А вот инсектоид тряханул. Опа, так, хорошо. Подскажу к инсектоиду 5 ударов моим копьем на чистоте инсектоида. Пошли удары. Уменьшаю инсектоида в 2 раза. 1, 2, 3. Бежит. Отлично. За обман. Я предупреждал, я буду наказывать всех. И я даю команду, и все чужеродное, что сейчас силой моего намерения в поле, биополе Кэмерон осталось, выходит из ее биополя. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Все, до последнего микрона. Все, что на частоте спрута осталось, силой моего намерения выходит из ее биополя. Зависает в воздухе. Формируется в шар. А знаешь, это как пластинка от него. Вот, все-таки они делают под себя людей, пытаются переделать. Вот эти вышла секторы. Пластина? Как знаешь, как его вот часть какая-то, как, ну, вот, как у жуков такая штука какая-то вышла. Хорошо. И на счет 3 устанавливается все на инсектоида. 1, 2, 3. В тех же местах эта пластина установилась. Да. И включаю ее на полную мощность на счет 3. 1, 2, 3. Пошел удар. Пыхтит он. Там заслужил. Я предупреждал всех. У него как ноги с одной стороны, как отнимаются вот эти лапки. Хорошо, стоп. Останавливаю. Ты понял свой урок, инсектоид? Ползет на другой стороне, хрипит. Я спрашиваю, ты понял свой урок или повторить? Да, кивает. Все, хорошо. Так, ничего больше не осталось. Включаем сканер на счет 3. 1, 2, 3. Сканер и в последний раз сканирует Кэмерон. Выявляя все, что могло еще остаться в ее биополе. Да, готово. Хорошо, все. Все прошли проверку. Черт, готов уходить? Готов он. Хорошо, открывается внизу портал на чистоте черта. 1, 2, 3. Черт уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Готов. Кто у нас следующий? Спрут. Подходим к спруту. Спрут, готов уходить?
Хрюкает. Больше в это дело не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И спрут уходит на свою чистоту спрута. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. И на счет 3 открывается портал на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Если еще раз придет, я его уничтожу. Пошел. Все, закрываю, печатаю, растворяю.